Между тем, 35 молодых сотрудников полиции получили право называться настоящими полицейскими. В торжественной обстановке новобранцы приняли присягу на верность служению Родине по защите спокойствия граждан. Уже традиционно, именно 10 апреля, на общегарнизонном построении новички, поступившие на службу в органы внутренних дел, перед лицом своих товарищей и коллег принимают присягу. Они клянутся верой и правдой служить своему Отечеству. Новых сотрудников тепло поздравил начальник департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жаппаров. Надо помнить, что главное качество для любого полицейского – это прежде всего любовь к своему Отечеству, высокая сознательность и чувство ответственности за выполнение своего долга. Молодые сотрудники выбрали сложный, ответственный, но благородный участок работы. Им понадобится вся выдержка, терпение и, главное, человечность. Работать им придется не на пустом месте. И об этом говорили ветераны органов внутренних дел. 11 полицейских получили свои первые офицерские звания. Сегодня для меня был особенный день. Я вступил в ряды Министерства внутренних дел. Теперь с этого дня я обязуюсь не подводить своих командиров, нести службу добросовестно. Присутствующие на торжественном построении родные и близкие смогли увидеть спецтехнику, имеющуюся на вооружении органов внутренних дел, и показательные выступления сотрудников СОБРа, полка патрульной полиции и подразделения спецназа «Орлан». Сергей Высокосов, 1-й Карагандинский.